Приветствую вас на своем канале. Как вы поняли, будет видео про окрошку. Вот, сделал небольшую такую кастрюльку окрошки. Это именно с квасом. Кто любит, или на минералке можно добавлять, или даже есть салатом. Сейчас будет окрошка, как делается на кефире. То есть, как делается раствор. Вот сколько у нас получается, 5 картошин, редиски, можете сами посчитать и написать в комментариях, 1,5 больших огурца и немножко яиц. Сейчас будет все резаться и будет готовиться. Делать вот в этой кастрюле, как вы видите, то, что делали мы в ней окрошку, вот которую с квасом. И в этой кастрюле будем делать окрошку на кефире. Все режем, смотрим. Вот столько у нас получилось огурцов. Вы видите, как они мелко порезаны. В предыдущий раз, вот, где я показывал окрошка салатом, которую именно есть с квасом или с минералкой, или кто как любит с чем, то там гораздо крупнее. А тут, видите, все профессионально, все мелко. Режется сейчас редиска. Всего у нас получилось вот столько редиски. Режем колбаску, и барсик аж сразу подскочил нюхать колбаску. С пальцем оторвет сейчас колбасу. Не убегает в этот раз. Сейчас заснимем, сколько колбасы получилось у нас. Столько у нас получилось колбасы, и барсику перепало. Режем картошку. Барсик. Друзья, подписчики, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, да, Барсик? Смотрите плейлисты. Будем с тобой играть, что ли, Марсик? Порезали всю картошку. Режем яички. Марсик.
Кстати, яйцо будете есть? А он все ест. Других огурцы, кстати, едят. Не, не. Огурчик дать ему будет есть. Будешь огурчик есть? Ну что ты уже? Какой-то сонный. Давай ешь огурец. Он маски делает. Делай маски. Порезали все яйца. Единственное, смутило, что вот почему-то не видите, белыш, нет, не белыш, желток потемнел. Это, скорее всего, или то, что они пару часов в воде находились, нет, это точно. Или из-за чего-то. Напишите в комментариях, кто знает. Особенно подписчик Голованыч очень умный. Может, они сами такие. Может быть, сами такие яйца, но вот единственное, что вот темный почему-то желток. Наливаем. Блять, сука. Ладно, не буду вырезать. Блин, вот никакая еда без смеха практически не получается. Ты туда не попал? Ну нет, я же отвернулся. Ну давай, это я сейчас еще чихну. Давай быстрее наливаем. Давай, ну вот снимаем. Наливаем литр кефира. Вы видите, 2,5 жирности. Делаем раствор, точнее закваску. 1 литр. Сейчас второй. Кефирчик свеженький, видите? 6, 11, 18, а сегодня у нас 8. 5 утра. И берем водичку. Негазированную. Водичку берем минералку, то есть хорошую, но обычную воду, негазированную. Не кислую, не соленую, именно обычную. И налили мы ровно литр. На 2 литра кефира, литр воды, негазированной. И доливаем оставшуюся воду. Получилось у нас на 2 литра кефира, 2,5 жирности и 1,5 литра воды негазированной. По вкусу сейчас будем солить. Солим вот столько соли, сахара примерно 1/2 столовой ложки, лимонной кислоты. А можно, наверное, сюда высыпать. Нет? Я бы все высыпал. И столько вот лимонной кислоты. По вкусу можно добавлять. Я обычно добавляю немножко или лимона, или лимонной кислоты. Если кто любит покислее, то можно уксуса добавить. Если хотите, даже можете квашеную капусту положить. Давай посмотрим, может, не буду добавлять. Размешали, попробовали и добавим еще соли. Около 1/2 столовой ложки. Делаем по вкусу. Как я говорил ранее, добавим еще лимонки.
Хотя я говорил, что лимонку можно было бы еще добавить. Ну или половину хотя бы. И ложим еще сахара столько же, как сейчас добавили соли. Перемешиваем. Самый главный момент, ложим укроп. Так будет красиво сейчас. И перемешиваем. Приготовили нашу окрошку по вкусу. Все очень вкусно получилось, но ей надо еще настояться. Сразу ставим ее в холодильник. Как минимум на 2 часа, а лучше всего на ночь, как мы делаем. Потом утром достаете и едите прохладную окрошку. Приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Смотрите плейлисты, предыдущие и следующие видео.